передай привет. Ну, ну ты так сидел, хорошо позировал. Привет, передай. Скажи. Мур. Мур. Мурзик. Сегодня у нас 17 июля. Вот наши сегодня первые грибочки. Иду я такая, иду, собираю зайцем траву. И потопталась по лисичкам. В общем, раздавленные они мною. В траве их не видно. Такие уже довольно-таки сухие. Березка, березка. Но в траве они лучше, чем под деревом. Тут вот еще рядом. В листве. Тут много. Розненькая, убитая. Вот вообще великолепная. Она тоже такая подсохла. Это все под одним кустом. Ух, упала. Вот и сколько. Все уже, конечно, подсохли. Это вот козельчики, хотя нет, крепенькие. Солнце отсвечивает.
Ой, разломала один. И пахнут нормально. Вот они мне нравятся очень. Цвет меняют. Это не козлы, что ли? Ну, его сожрали. Он такой шалашик получается. Дерево большое было. Дерево все съели. Мне нравится, когда они в амху растут. Вообще так красиво стоит. Под березовичек, наверное. Он прям так фотогенично стоял. Ну, немножко, наверное, червивый. Блин, вот так красиво на фоне мха смотрится вообще. Да, подупал. Это у нас подберезовик и березка. В нашу коллекцию сегодня третий подберезовик. Не вытаскиваются. Не затоптать бы. Они вообще не видны. Итак, наконец-то сегодня мы нашли белый, он же польский, но не факт, что в официальных источниках он является польским, у нас он так называется. И что-то мне подсказывает, что сегодня он был первый и последний. И все-таки тот был не последний. Это еще один. Тоже польский. Так, у нас дерево липа. Липа. И под липой у нас растет подберезовик.
это свинух. Фокусируйся на свинухе. Ну, фокусируйся. Так он выглядит. Вкусные грибы, очень нравятся. Но нашли только один. Водятся у нас еще такие вот грибы. Это грузди. Я такие не ем. Мамка говорит, вкусные. Набрали немножко. Так что грибов у нас много разных.